В России могут снова ввести так называемую бальную систему штрафов за нарушения на дороге. Таким способом будут бороться с водителями, которые не соблюдают правила дорожного движения. Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, встретился с амурскими журналистами. По новому закону автомобилист может лишиться водительских прав, если наберет 200 штрафных баллов. Балл будет равен 100 рублям. К примеру, если штраф за нарушение, допущенное водителем, составляет 500 рублей, то автовладелец получит 5 штрафных баллов. Прав водитель лишится, когда в его копилке число баллов достигнет 200. Спустя год после получения штрафа баллы с него спишут. Жесткие наказания будущий закон предусматривает за повторное нарушение. Если проезд на запрещающий сигнал светофора в первый раз обойдется водителю в 1000 рублей, то за второй автовладельцам будет грозить штраф в 5000 рублей и лишение прав на полгода. Тысяча, а на пятый раз он кого-то на тот свет отправил. А мы предлагаем первый раз 1000, а если второй раз в течение года, 5000 лишения на полгода.